Начнем. Здравствуйте. Сейчас мы находимся в Карпатах. Это вам не просто так. Это Карпаты. Это Верховинский район. И вот сейчас мы собираемся покупаться в водопаде. Смотрите, вот, вот. Это наш герой. Он собирается купаться в водопаде. Вот здесь скалы, камни. Можно отрезать себе пальцы на ногах нечаянно, если оступиться. Ай! О, о. Так. Вот. А, боже мой, как тут страшно и холодно. А, вы знаете, здесь вода почти что такая же, как зимой в речке. А какая вода зимой в речке, мы уже знаем. Вы, наверное, тоже. А, о. Пальцы на ногах совсем онемели. Видите, я их даже обул в кроссовок. Фу. Да, тут зимой купаться холодно, но летом, когда на улице жарко, а вода холодная, кажется, что это неправда и быть такого не может. Привет. Бельчик, привет. Привет. Сейчас, внимание, второй каскад водопада. Опа! Думали, это конец? Нет, мы сейчас будем купаться и во втором каскаде. Зачем? Ну, так надо, чтобы типа не просто так сходили, так покупались, так. О, ты готов купаться, Эрик? Бельчик! Как всегда, с вами ваша любимая передача «В мире идиотов». До свидания.